It was a tough game. They're a great team. You know, they just made some plays, and we did it. That's what it came down to. Это была тяжелая игра. Команда из Екатеринбурга великолепна. Они сыграли несколько своих комбинаций, и все получилось, а у нас, к сожалению, нет. Есть вопросы? Нет? Есть? Стал в свое время играли в УГМК. Почувствовали ли вы какую-то ностальгию, когда вот играли на этом паркете? You used to play for UMC. Did you have nostalgia when you played? No, that was years ago. So, but I know a lot of the girls here, so it's always nice seeing familiar faces. На самом деле нет, было уже много лет назад, но я знаю, для многих игроков было приятно приехать. Congratulations to Екатеринбург victory. It's not. Прежде всего я хочу поздравить команду из Екатеринбурга с победой. They got a really great team with a great coaching staff. У них великолепная команда и великолепный тренерский штаб. But on the other side, I have to really admit that I am proud of my young team. Но с другой стороны, я должен отметить, что я очень горд своей молодой командой. We changed the roster in January, and in that time, let's say that we came back. Okay, we didn't get a many victories, just one against the Gala, but our face of the play totally changed, and I, as I said, I like it. I like this team, and probably it's not easy to face all the time against this team as Ekaterinburg is, but as I said, we play really good three quarters. I think that we almost was in a game after third quarter, but for sure it was not enough. В январе у нас поменялся состав, и нам пришлось поменять свои схемы. Мы не очень много игр выиграли, с тех пор мы выиграли против Галатасарая, и это было очень легко, нелегко менять все схемы и подстраиваться. К тому же очень тяжело всегда играть с командой из Екатеринбурга. Я считаю, что три четверти мы провели очень хорошо, и я вхожу в свои команды. And last thing I can say is that I see really big positive for a national Slovak team, because I'm a coach of a national team, and our young players and generally our Slovak players spent almost half time of the game, almost 100 minutes, so I think that it will help us during the summer. И последнее, что я хочу сказать, я очень доволен тем, доволен будущим национальной сборной Словакии, потому что я ее тренер, и многие игроки именно словацкие провели очень много времени на площадке, и это очень хорошо, и это поможет нам этим летом. Пожалуйста, вопрос. Мариш, мы видели вашу команду и в Кубке УГМК. Ну, то есть довольно часто видим на паркете Дивса. Вот когда вы приезжаете в город, как вас встречает Екатеринбург? Есть ли какие-то места любимые? И вот нынче посетила ли команда, и вы вот какие-то достопримечательности в городе? I really have to admit that I really, not like I love this city, I like and love these people here around the club. The gym is very nice, all people are very nice on us when we come here. I think that the clubs are very close to each other, so I really like it, and I hope that I will come and I will arrive to Ekaterinburg as many times as possible in the future. Мне очень нравится город, но особенно мне нравятся люди, которые работают, которые нас встречают, люди, которые работают в клубе, нас всегда очень тепло принимают. И я считаю, что те, кто работает, работники клуба, очень тесно связаны между собой. И также я хотела бы приезжать сюда снова и снова. And if you wanna improve your play, you have to compare your, let's say, abilities against the strongest team in the EuroLeague. So it's all the time a perfect chance for us, for me as well, to compare, let's say, the abilities and quality of my team against Ekaterinburg. Plus, every time I take it a little bit individual and a little bit
close because I can compare my coaching, let's say, quality against one of the best coaching staff in the world. Также, если вы хотите сравнить свою команду с лучшей командой Евролиги, все это делают здесь, в Екатеринбурге. Здесь я могу сравнить и своих игроков с лучшими игроками, также я могу сравнить свои тренерские способности с тренерским штабом одного из лучших клубов. Я одним из лучших тренерских штабов в Европе. I think we were ready to play today. Obviously our defense got better in the second half, but we were able to kind of play better, get out, run, kind of grind this game out. Мы сегодня хорошо сыграли, особенно во второй половине игры нам удалась защита. Мы во второй половине собрались и стали играть лучше, и стало залогом победы. Есть вопросы? Какие-нибудь в последние игры вы набираете больше всех очков? Что вот вдохновляет вас на игру? Last few games you got a lot of points. What inspired you for this? I think our team is doing a good job moving the ball, and you know everybody's getting involved. I mean, you look at us, and we have four people in double figures, and I think that's how it is every game. So I think it's just you know moving the ball on offense, and it just happens to come to me. Ну, на самом деле, не только я набираю много очков, сегодня 4 человека в команде, и не я одна нахожусь на паркете. Ну, мы просто передаем мяч, я получаю и забиваю. Ну, все просто случается. She has an invisible funnel. You know, an invisible funnel. But don't tell anybody, it's a secret. She's making it hard for her. У нее невидимая такая связь, но никому не говорит. These games are usually the hardest for us. We've played Košice out of Euroleague already and very short-handed with a limited roster, and I was very pleased with our effort levels. We played hard for the entire game. Didn't have one of our best shooting nights. Made some mistakes defensively in the first half, but then adjusted very well in the second half and won very comfortably. So I'm right now very happy where we're at, and we're looking forward to a big battle next week in Kursk. Это была не самая простая игра, не самая легкая для нас. В первой половине мы сделали несколько ошибок в защите, мы промахивались, но во второй половине мы собрались и все-таки сумели победить. Сейчас мы находимся в предвкушении следующей игры, следующей битвы большой в Курске. Questions? Добрый вечер, Олаф. Подскажите, что с Анастасией Точиловой, ее маленькая в составе команды? She's serious? She injured herself. She's on recovery, has already practiced with the junior team, so we expect her back for the big game. Но она уже восстанавливается. Она на прошлой неделе получила травму, сейчас восстанавливается, тренируется уже, и она вернется в состав к Грейзеру. Any more information? I think our press secretary would be happy. Я думаю, у нас вся информация есть из секретаря. Yeah, not much as I do. Знает столько же, сколько я. Есть еще вопросы? Да. Сегодня у вашего сына день рождения. Да. Вы хотели бы, чтобы он в будущем тоже стал спортсменом, баскетболистом? Может быть, его сын's birthday. You want him to be a basketball player? I want him to be happy. Хочу, чтобы он был счастлив. Whatever makes him happy, he can do. I don't care. Мне все равно, что он будет делать, просто пусть он будет счастлив. But he seems to like basketball a lot. I don't know why, but he does. Но кажется, ему нравится баскетбол. Я не знаю почему, но вроде нравится. But it's not me pushing. Но я не заставляла его. Any question about my I have a daughter too. Yes, she is. No.
Any more questions?